Ну что, дорогие друзья, сейчас мы рассмотрим оплату за товар по счету, который придет от нашего магазина на территории Республики Беларусь через систему ЕРИП. Это очень распространенная система платежа. Сразу скажу, что если счет выходит, вы получаете, и там прописан, вот как здесь вы видите, название интернет-магазина, это значит, этот интернет-магазин зарегистрирован, проверен, и ему можно доверять с точки зрения финансовых платежей. Итак, когда вы получаете счет на электронную почту, счет об оплате, к вам приходит, вот мы сделали специально скрин, такого рода уведомления, где вы видите, что выставлен счет от магазина Camouflage Buy, номер счета, который у вас указан, он же является номером заказа, назначение платежа, ну здесь вы не обращайте внимания, там будет указано все, за что вы платите, это здесь, чтобы не писать лишней информации, мы написали латиницей, сумма будет указана и до какого времени действует этот счет. Счет этот, как только вот срок действия счета истекает, он перестает быть активным. То есть, если вы надумаете платить после этого, вы уже не сможете произвести оплату. Далее, для оплаты в древе услуг найдите ЕРИП, интернет-магазин, и я вам все это расскажу. Вот то, что здесь коротко так написано одним предложением. Поверьте мне, ничего сложного нет. Вот что это за ссылка такая? Это ссылка, где система ЕРИП вам показывает, какие банки подключены к этой платежной системе. Сюда переходить совсем не обязательно. Итак, вы прочитали это сообщение, которое сигнализирует о том, что вам выставлен счет. Назначение платежа, сумма платежа, номер его, все зафиксировали мы. После этого у вас у каждого есть банковская карточка, которая открыта в каком-либо счете, в каком-либо банке. Но сами понимаете, оплата через интернет-банкинг на удаленном доступе подразумевает под собой наличие этой карточки. У вас, вы выходите в личный кабинет, в интернет-банкинг вашего банка, и далее, вот у нас здесь как бы как пример Приорбанк, далее вы зашли в свой личный кабинет, в интернет-банкинг, и похожие они все, как братья-близнецы, только с разным немножко оформлением, интерфейсом по содержанию, вы видите такую вот картину. Вот это все заполнять не надо, потому что мы делаем оплату по счету, уже все заполнено за вас. Сюда, вот на эти детали мы не обращаем внимания. Дальше. Мы видим услуги, какие они идут, перечисление услуг, какие мы будем платить. Вот, обратите внимание, система расчета ЕРИП, та, которая была указана в информационном письме, которое пришло вам после выставления счета. Выбираем эту систему ЕРИП. Вот смотрите, значит, как только вы ее открыли, система ЕРИП расчет. Дальше внимательно читаем. Никакой высшей математики нету ничего. Естественно, мы что находим? Находим интернет-магазины. Вот интернет-магазины и сервисы. Поскольку счет у нас интернет-магазина, то мы выбираем интернет-магазины и сервисы. Опять-таки ничего сложного нет. Нажимаем сюда, переходим. Открывается древо интернет-магазинов. Эти все буквы А, Б, С, Д, Е, Ф, Г и так далее, это латиницей заглавные буквы, которые относятся к названию интернет-магазина. Все вы помните, что у нас магазин Camouflage Buy, К, то есть или вот С, начинается, пишется Camouflage Buy, поэтому нам надо выбрать вот эту вот букву. Первая буква – название интернет-магазина. Выбираем ее. Вот видите, сразу в верхнем под номером 1 ряду название нашего магазина Camouflage Buy.
мы щелкаем два раза мышкой левой клавиши по названию интернет-магазина и переходим в следующее окошко. Ну, здесь я как бы убрал то, что видно только вам, потому что вы в своем личном кабинете. Тут будет ваши личные данные, баланс карты, срок действия карты, статус карты, ну, обязательно, конечно, чтобы она была действительна. И здесь вы вводите номер заказа. Вот, номер заказа, помните, вот смотрите, счет номер 82. 82. Соответственно, это номер счета и будет номером вашего заказа. Поэтому вы его сюда вводите. Вот, и этого вполне достаточно. Дальше нажимаете «Далее», и таким образом происходит оплата. Как только вы это произвели, буквально через течение 5-10 минут мы видим, что оплата произведена, и дальше идет стандартная процедура по отправке вам посылки. Когда отправится посылка, сразу же отправляется вам трек-номер, который вы сможете потом отслеживать, в данном случае в Республике Беларусь, по Белпочте движение вашей посылки. Многие спрашивают о сроках доставки, но, как правило, это сутки-трое. В любой точке Республики Беларусь вы получаете после отправки ваш товар. Вот, но 2-3 дня оно у вас на месте. Отправка у нас товара на сегодняшний день происходит 2 дня в неделю. Это вторник, пятница. Просим тоже этого не забывать. Вот, возможно, что-то будет меняться на момент просмотра этой информации о платежной системе РИП. Но любая информация касательно платежа, отправки всегда можно в контактной информации, в новостях и так далее все это увидеть. Надеюсь, все было понятно, ничего сложного нет. Не бойтесь этой оплаты, не бойтесь, это все гарантировано государством, гарантировано нашим честным именем, что система эта сработает без обмана в качестве платежной системы. Спасибо, ждем вас, всего доброго.